Девочки, всем привет! У нас 30 декабря, ну и вы это уже увидите, наверное, завтра, перед Новым годом. В общем, я со штативом. Слышите, музыка. У нас мероприятие сейчас начнется. В этом. Нет, я пока не вас, я себя снимаю. Здрасте. Здрасте. В общем, у нас классные соседи, которые решили устроить мероприятие для наших детей. Вот она. Самая главная кроссовка. Все, пойдемте, девочки. Короче, если там музыка сейчас будет какая-то с авторскими, я потом озвучу. Ну, а там так красота там. Мороз едет, Арсений! Мороз! Мороз! Ура! Ура! Дед Мороз! Мороз! Дед Мороз! Дед Мороз! Самый настоящий! Дед Мороз! Что вы собрались, детишки дорогие? Сказки, наверное, приготовили детишки! А морозом вас заморозим, заморозим! А мы ножками потопаем! Ну, рассказывайте, что детишки приготовили для Дедушки-то Мороза, а? Стихи? Ну, стишки знаю! Настя, рассказывай стих! Давай, рассказывай! Чевала тучка золотая, на груди утеса великана, утром в путь она умчалась рано, по лазури весело играя. Но остался влажный след в морщине старого утеса. Одиноко он стоит, задумался глубоко и тихонько плачет. Какая-то молодец! Хлопайте, похлопайте все! Вону корзину, пропеду сегодня, ёлочку укрою, мягким снежным пакетом, будет спать зимою, до свидания!
Ну, молодец! Давай, рассказывай. Это ночь учала Юга, Симони, школа. Молодец! Ну, давай, давай, беги скорее. Солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, друг прилез. Пора, красавица, проснись, открой сомкнутый негой взоры. Навстречу северной авроры, звездою севера явись. Вечер ты помнишь, юга злилась, на мутном небе мгла носилась. Луна, как бледное пятно, сквозь тучи мрачные желтела. И ты печальная сидела, а нынче погляди в окно. Под голубыми небесами, великолепными коврами, блестя на солнце снег лежит. Прозрачный лес один чернеет, и ель сквозь синий зеленеет, и речка подо льдом блестит. Молодец! Молодец! Молодец, молодец. Федь, тебе удобно? Да? Настю, что прыгнуть? А Мороз, Дед Мороз. Не упади, не упади. А Дед Мороз. Вот тебе слабо сделать ёлку. Что, я тебе успею рассказать? Да, молодцы, какие мы молодцы, пока тебе не было, и прыгали, и бегали. А теперь давайте фотографии сделаем. Давайте вот на палочке выстраивайтесь. Сереж, давай туда сними. А я сейчас снимать буду. Ну, на сними на мой, тогда я к ним пойду. Давай. Ура! О, с подарком в море! Приготовил! С подарком, а? Да, хорош! Дима, хорошо! Так! Да, Паша заказывал, где хорошо! Сейчас всем! Да, спасибо! Да, это подарок. Федя! Федя! Вот маленький Деда Мороз подарок. Спасибо, сказал? Пожалуйста! Это подарок Арсению, Арсений! Вот, смотри, подарок от Деда Мороза. А ты спасибо-то говоришь ли? Настенька, это кто у нас? А что убьет, машину убьет. Чего? Когда шапо едет, поешь, а не поедет. Да. Ты снимаешь? Да, я снимаю. Вам понравился праздник? Да. Ну хорошо. Угодили, да? Подарки Дед Мороз подарил. А Дед Мороз понравился? Как это не настоящий? Это дядя. Какой дядя? Дед Мороз, он дядя, конечно. А как не настоящий? А какой Дед Мороз? Мы знакомы с зеленой машиной. Чего? Зеленой машиной, говорю. С зеленой машиной? Да. Это кто с зеленой машиной? Арсений, помоги открыть. Сосед, а, ты себе... какой-то. Сосед какой-то? Пап, помоги, пожалуйста. Только сам открою. Только ленточку снимаю. Нашли кроссовки, достал кроссовки, одел. Обувь. Давай, Федь. Давай, смотри. Я достал. Знаешь, что они? Что там? Крутяк? Да. Вот, это мне дай, давай. Мам. И там еще вот... Мандарин. Сок. А сок, покажи сок с этим. Со снеговиком, да? Покажи сок. О, о, у меня. Закрой глаза. Закрываю. Так, плати. О, прикольно. У тебя кто там? Животные. Животные? У меня с тигром почему-то. Вот тоже животное. Это кошка. Ну вот, у тебя с тигром, а у него с лошадью. Будете играть? У меня лунка еще. А, это грибочки. Это ты нам показывал, какие грибочки мы... Ну ты же сказал, что ты такие тоже хочешь. Да? Да. Какой он? С
Все, вам все нравится? Да. Ну, у Феди логично, в яйцо можно курицу положить, а у тебя яйцо... Тебе. Ты мой золотой, спасибо тебе, спасибо. Грибочек. И тебе. Настя, мне не надо. Закройте медведя этого пузатого. Ты не с пола, надеюсь, ешь, Федя? Нет, я хотела семью, так себе не стало. Смотри, у тебя пакет-то рвется, и на пол высыпаются они. У меня... С пола-то не нужно есть. А у него домашние? У него домашние, у меня дети. Ну-ка, расскажите, о чем вы сейчас говорите? Мороженое. Ну и что ты говоришь? Он не настоящий. А почему он не настоящий? Потому что это наш сосед. А про машину что вы говорили? Он ее взял на прокат. Нет! Да! Нет, он купил. Нет, он на прокат взял. А свою спрятал. А в кажется, он купил. Я не знаю. Это вы решили, что Дед Мороз не настоящий? Я даже не заметила. Я же вас снимала, поэтому я даже как-то насильно на Деда Мороза-то не посмотрела. Завтра на санках поедем. Ну, хорошо. Тебе понравился тигр-то? Говорит, а откуда, говорит, мам, Дед Мороз узнал, что я люблю тигров? Я говорю, он же все слышит. Что? Грибочек? Нет ножки? Это он узнал, что тигр? Я люблю. Знает, он настоящий. Ну, вот видишь. Вот видишь? Мама, смотри. Один тигр, еще один тигр. Угу. Потому что дикие животные. Сколько получилось тигров? Два. Угу. Слава богу. Один, два. Угу. Два. Я люблю. А ты все уже собрал, Федь, свое, да? Угу. Ой, я упал. Ясно. А папа, я тебе клою, да? Ну да. Ой, смотри. Всем привет, девочки, у нас новый привет. День. В общем, ну-ка быстро под стол. Ты ж только что так сел. Не надо, не вылази. Я говорю, снимать не буду. Он взял, сел вот так. Ну, я говорю, ты без майки? Жарко. Как так? В общем, девчонки, Лёша съездил в ленту. Вот это, видимо, из ленты он привез все. А что у нас будет на столе? Федюш, дай, пожалуйста, я скажу, ладно? Что у нас будет на столе? Ничего особенного. Селедка под шубой, оливье, пюре, жульен, который я готовила на свой день рождения. И бананы, мандарины, торт, ну, наверное, вот, не знаю, что за колбаса, нарезку вот такую вот сделаем, сервелат финский, ни разу не брали, первый раз вижу. Сыр это надо будет жульену, может быть, на стол порежу. Яйца, девочки, может быть, просто порежу половинки и майонезом, но это будет уже поздно, не хотим мы ни готовить, ни есть толком ничего вот такой вот. И главное, чтобы детям пюре с жульеном, да? И нам два салата будет достаточно. Магазины будут работать завтра. Не факт, но может быть рулет сделаем завтра. Завтра будет все равно магнит работать. А там для рулета ничего такого особенного не нужно. Рулет я имею в виду в лаваше. Из лаваша. И все, девчонки, ничего такого особенного не будет. Это сок детям, это сок нам. У нас будет водка и, наверное, бутылка шампанского. Это вот как бы вот. Мы будем дома. А, 1 числа, возможно, Вера приедет с Женей. Возможно, мы к ним поедем. Посмотрим. Ну, у них там Рокси. Ничего не знаю, сейчас ставлю, свекла у меня есть. А, вот он селедку не купил. Сейчас будем шубу делать, на терке будем тереть и майонезом промазывать. То есть оно быстро все пропитается. На меня пошалапало. Рокси? Вот. Больно. Тортик, любимый тортик. Так что, девочки, ничего особенного. Даже эти бутерброды с красной икрой, слушайте, я ее не очень люблю. Леша, может быть, сейчас и купит. Мы не обсуждали. А, рыбку. Рыбку он купит, какую-нибудь такую красную, что-нибудь так, ну, на стол просто. А так ничего, ничего, абсолютно, чтоб... И нам их хранить некуда. А я вообще, на самом деле, девочки, тут у меня ведро. Я варю суп. Вот этот вот щи из щеницы. Щеница, меня спрашивали, это зеленые листья капусты соленые. Вот, потому что 1 числа это самое то, прям самое то. Такой супчик, очень вкусно, он кисленький. Вот, мне осталось еще чуть-чуть. Сейчас прям... Это на свином рагу. Я вот выложу. Федь, не надо торт открывать. Так что будет очень вкусненько. Прям так. Ой, слюньки текут. Вот. Сегодня, наверное, может быть, поедим. И завтра с утречка. Вот. А у детей у меня сварен на одном окорочке бульончик. Не знаю, либо сегодня сварю. Они или это будут есть, или, короче, что-нибудь сварю. Легенькое.
Сидит, наблюдает. Девочки, вот Леша еще принес остатки того, чего нужно было докупить. Куриная грудка, две штуки. Это получается само филе я возьму на жульен. И что там останется? Наверное, три филешки уйдет. И одна филешка вот с этими косточками потом на суп останется. Две селедки. Это я, наверное, уже показывала, да? Я просто не убрала. Или он еще купил? Нет, по-моему, я не убрала. Потому что он сюда выложил, я еще, ну, короче, не до конца убрала. Четыре яблочка небольших. Говорит, других яблок не было. Какой-то виноград позорный. Вообще. Он говорит, не было другого. Блин, это, наверное, развес брал. Не в магните, а положили ему. Вообще позорно. Смотрите. Ну ладно. А, девочки, вот такой вот. Вот такие вот огурцы. Это магнитовские. Мы их уже покупали, девчонки, они такие вкусные оказались. И он мне говорит, может, другие. Я говорю, блин, если будут, купи вот эти. Они сверху были несколько штук мягкие. Ну, на вкус очень вкусные. А внутри они уже такие, ну, хрустящие. Девчонки, прям вкусные. Блин, вот такие ли? Ну, по-моему, такие. По-моему, такие. Ну, именно магнитовские, именно. Прям, вот прям, если что, рекомендую. Я понимаю, что вкусы у всех разные, но, ну, как-нибудь попробуйте. Вот, лучше, чем кубаночка, лучше, чем что-то там еще. Потому что он, когда картошку жарит, мы берем огурчики соленые. Ну, прямо вкусно-вкусно. Так, шампиньоны, мешки для мусора. Это потому, что я израсходовала все свои пакеты, которые, ну, вот эти майки. И шампанское. Или что это такое? Ну, короче, вот что-то такое. И бутылка водки. В общем, вот. Кто вам дает? Дед Мороз. Он это ящик. Да? Где будет Мороз? Ну, вот теперь Женя вас поздравит. Вот Женя приехала. Женя приехала. Смотрите, это мы для вас двоих. Там как раз два. Будете играть. Да? И вот такой пластилин. Это вообще супер. Вы любите лепить? Это все вам на двоих. Спасибо. Спасибо. Маме Оксане. Спасибо. Ну, а здесь Ксюша сама печеньки пекла. О, с ума сойти, да. Ксюша сама Арсений. Печеньки. Дайте я вас поцелую, чтобы не зря. Им спать надо, самое они главное, уже. Вам здоровье, ладно? Угу. Идите играть. Ты понял, в чем что это такое, Арсюша? Это печу. Ты же хотел что-то там. Инфинити надо? Они, да? Да, это нам нужно. Он в шоке, он не ожидал. Да? Арсюш, ты доволен? Угу. Тебе нравится? Угу. Ну, я очень рада. Я все открою. Ты все откроешь? А давай мы поможем. Давай. Извиняюсь за фон. Давай, Арсюш. Сам. Сам? Да. Давай посмотрим, что там. Вот не с этой стороны, вот с этой надо. Вот с этой. Угу. Давай, давай. Где все, лежишь? Лежишь? Да. Она, ты поздороваешься, да? Вставай, вставай. Вставай. О, здесь даже арена. Вы видали? Да. Круто. А где паладин? Все здесь, все здесь. Давай, Арсюш, ты, наверное, знаешь, как надо тут собирать, все делать, да? Давай. Мальчики, ну вы сейчас спать пойдете, имейте в виду. Держи. Как Герасим на все согласен. Ну, это, наверное, сначала нужно собрать волчки, правильно? Я так понимаю? Да. Ну, собирай волчки. Хватиков, да? Угу. Наверное. Женя в тапках, потому что я сейчас буду полы мыть. У нас тут песка полно. Арсюш, я не знаю. Он разберется. Арсюш, ты, наверное, сам разберешься. Женя очень далека тоже от этих всех вещей. Давид бы тебе, конечно, помог, но я... Нет, неправильно. Ты разберешься, Арсений? Арсений разберется, да, Арсюш? Девочки, смотрите. Ксюша, Женина дочка пекла печенье. Какой красивый, какая молодец, а. С ума сойти. Прямо пахнет очень вкусно ванилью. Прям такой... Не такой искусственной ванилью, а ванилью. Вкусно. Вот видишь, все, она, видишь, тебя застыла. Всем миром собирают. Вот так. Ну, вы разобрались? Да. Начни так вставлять, Арсюш, если не лезет. Я уже пишу. Он на море сел. Блин! Что такое? Что случилось? А? Что за чудо? А зачем прям через огонь? Все, бело. Или как? Все кругом бело. Неправильно. Ну-ка, расскажи правильно. Ну, скажи правильно. Что случилось? Вот так все
большой пирог кругом. Эта ночь умчалась Люга, слипала мешком. Молодец. Мимо. Хорошо кинул, но мимо. Понравилось вам? Да. Федь, ты почему кроссовки не переобул до сих пор? Не хочу. Не хочу. Некогда тебе. Тогда купили. Что? Тогда зачем продукты? Потому что сейчас есть не будем. Потому что рано еще, сынок. Давай. Вы же щи поели. Давай. Ты же только что поел суп. А завтра? Ночью будем есть. Девочки, Лёша селёдку чистит. Мальчики легли спать. Спят пока. Пока. Я надеюсь, долго поспят. У нас здесь шухер. Там тоже шухер. Кстати, я свеклу варила в мультиварке на пару. Нормально. А это Федя нос промываю. Творческий беспорядок. Алексей, ты поздравишь девочек? Всех с наступающим. Будьте здоровы, живите богаты. Коротко и ясно. Спасибо. Салфетки. Салфетки закончились, девчонки. Не купила салфетки, представляете? Ну, зато вот эта вот позорная туалетная бумага сейчас в расход пойдет. Так что вот так что. Занимаемся делами. Я полы помыла. Сейчас пойду в душ. Девочки, всем привет. Мы с вами сегодня еще не виделись. Я не могла показаться вообще. На голове черт ногу сломил. Я сходила в душ. Пока я мылась, мальчишки уже проснулись. Пока я попросила, я говорю, не выходите из комнаты. Сейчас я говорю, девочек, поздравлю. В общем, смотрите. А, кстати, вы мои ногти не видели. Вот такие вот они аккуратненькие. Мальчишкам, кстати, они понравились. Особенно вот этот. Он очень-очень переливается. Видите, я их сделала покороче. Вот. А, потому что бесили меня уже длина. Прям бесила конкретно. Слушайте, значит, сейчас пойду Лёше помогать готовить. Подарки. Все же как бы говорят, кто кому что подарит. В общем, помните две машинки? Черные я показывала вам. Они у меня не упакованы, еще попозже упакую. Вот. Попозже упакую, все попозже. А вот потому что они заболели, у меня по плану-то было и Жениным детям съездить купить, ну, съездить, сходить. И как-то так, да, мы подарим только машинки сегодня. А вот они выздоровеют, мы все равно пойдем что-то покупать и их с собой возьмем. Они уж сами там себе что-нибудь выберут. Вот, ну вообще я, вот что у меня в еде, что в подарках, я не люблю баловать. И вот почему мы, не, допустим, не готовим салаты, вот, к примеру, оливье в будни, селедку под шубой, ну, крайне редко, вообще крайне, это уже прям большую охотку. Потому что в Новый год, чтобы этому быть радым, радоваться этому. Вот, чтобы, ну, знаете, такое в предвкушении чего-то вкусненького, все. Кстати, рыбу Лёша не купила, потому что рыбы не было. Вчера я была в магазине, чисто вот мне нужно было... А, я в аптеку ходила, и мне быстро надо было. Еще все было, сегодня уже вообще ничего не было. Вот Леша практически ничего не купил. Вернее, он купил все, что нужно было, но вот рыбу он не купил. Вот. Так что вот так что. Что еще, девочки? Вера звонила, Вера хочет приехать после 12. Не знаю, мы оба устали с Лешей, мы хотим отдохнуть, может быть, пораньше лезть спать. Хотя, с другой стороны, если, ну, нормально будем сидеть. Мальчишки мало поспали. Если они нам дадут, ну, тут посидеть, то пусть приезжают. Посмотрим. Ну, решили, договорились, что созвонимся. Вот, что еще? Этот влог вы... Кто-то, наверное, смотрит тоже после 1 числа. Кто-то еще, может быть, сегодня, то есть 31-го. Так что вот так что, не знаю, потому что я не успеваю его смонтировать толком. Ну, вообще, каша какая-то в голове, девочки. Ну, все как обычно. Вот. Что еще? Ну, в общем, что мы успели сделать, что мы хотели, запланировали, в общем-то, все успели. Вот, обычно всегда так, через заднее место, короче, в 31 числа, потому что Леша вчера работал, сегодня еще тоже по работе отъезжал, ну, ненадолго, и вот в магазин ездил. Короче, девчонки, все, не хочу я больше грузить вас этой всей фигней. Значит, я хочу вас поздравить с наступающим Новым годом. Пожелать вам, естественно, крепкого здоровья. Ну, я уже говорила, что ставьте цели, мечтайте и идите к своим целям легко, все осуществимо. Главное, чтобы вы в это верили. Вот. Финансового благополучия всем. Этот год был очень сложный, и пусть он останется в этом году. И надеюсь, что нельзя.
Надеюсь, что такое у нас больше повторяться не будет. Я думаю, что мы все прорвемся. Вот. Вообще хотела сказать очень много. Сейчас пока мылась, думаю, сейчас скажу, что все мысли улетучились. Так что, девочки, простите. Ай, вот. Спасибо всем за поздравления. Кто мне сейчас в личку пишет? Девчонки, некогда отвечать. Вижу, что пишут. Уже завтра, наверное, завтра. Просто пролистаю, все посмотрю. Надеюсь, что всем отвечу. Ну что? Что еще, девочки, вам пожелать? Спасибо, что вы со мной. Девчонки, я забыла о самом главном сказать. 50 тысяч подписчиков. Точнее, уже не 50, а 53, да? 53 600. Неожиданно. 50 тысяч ожидаемо, если честно. А то, что будет больше, неожиданно. У меня в прошлом году, за 2 недели до Нового года, 30 тысяч подписчиков было. А в этом году, получается, вот уже 50 с лишним. Я очень-очень рада. Спасибо большое. Про конкурс помню. Кто не в курсе, кто не в теме. Будет конкурс вот чуть попозже, после Нового года. Сейчас, видите, вот эти вот квартирный вопрос туда-сюда. А после Нового года будет конкурс. Будет разыгрываться 3 приза по всему миру. Да. По всему миру. Я обещала, я, естественно, исполню свое обещание. Так что вот. А как, что будет проходить, это мы уже потом с вами решим. Ничего сложного. Но и то, что конкурс на канале, я об этом писать тоже не буду. Так что смотрите меня. Потому что я не люблю, что идут на конкурс, подписываются и все такое. Вот. Ну что, девочки, увидимся с вами уже в новом году. Снимать я наш Новый год поставлю камеру. Вас, естественно, поздравлю в 12 часов, вот, но, а так сильно снимать не буду, хотим расслабиться, то есть именно обращаться к вам, все, что-то там немножко засниму, чисто символически. Устала, год был сложный, и вообще я, многие девчонки, с кем я общаюсь, блогеры, говорят, что устали. Я говорю, я тоже устала, в общем, все устали, и я думаю, что и вы все устали, не только блогеры, естественно, так что давайте мы будем все отдыхать. Много не пейте, мало тоже. Поберегите себя, своих близких. Я думаю, что все будет хорошо у нас в следующем году. Вот. Спасибо, что вы со мной. Я вас люблю, ценю, уважаю. Не говорите, когда я в ночнушке или что-то, что я не уважаю вас. Уважаю. Девочки, кто со мной на одной волне, все понимают. Все, в общем, спасибо, что вы с нами. Спасибо, что смотрите. С наступающим вас, девочки и мальчики. Всем пока. Пока. Риск идет. Вика звонит. Привет. А что, она не по видео звонит? Она говорит. Привет. О, вон она. Привет. А ты к нам когда приедешь? Красотка. А ты к нам когда? Натя, держите. А мы поедем. Привет. О, я знаю, до этого не приехала. Выздоравливайте, давайте. Ага, да. У меня Сеня болит. А Сеня болит, и я. Он меня заразил. Да ладно. Самое главное, чтобы вы привели. Говорите ей что-нибудь. Что вы там делаете? Как дела у вас? Хорошо. Хорошо, у нас есть Кирилл. У тебя как дела? У меня все отлично. А где она, спросите? Так а где? Мы тебя эти... Попозже приедем. Да, слушай, а где ты? Я иду к Максиму. А что ты такая красивая? Ну, извините, так получилось. А слушай, у тебя красная помада, да? Да. Вообще красотка. А у нас есть много помады. Красавица ты наша. Спасибо. А у меня поцарапка. Это у меня Сеня поцарапал. И он меня поцарапал. Поздравьте Вику с наступающим Новым годом. Да, с Новым годом, с наступающим. С Новым годом. С наступающим тебя годом. С наступающим, мальчики мои. Спасибо. И тебя с наступающим. И тебя. Спасибо. Пожалуйста. Пожелать, что вы хотите ей? Тебе? Я тебе снимаю планшет. Планшет? Арсений, а ты что желаешь? Ну что? Чтобы она получала школу в пятерке. О, спасибо. И тебе еще школу.
А еще здоровья. Да, спасибо. Здоровья. Любви и счастья. Любви и счастья. Много-много. Много-много. Спасибо, моя хорошая. Пока. 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 Свидания. Пока. Свидания. Свидания. Подождите, она... Свидания. Вы меня слышите? Угу. Вам желаю здоровья, самое главное. Не болейте. Слушайтесь маму с папой, поняли? Угу. И ты слушайся. Все, давайте не болейте. Люблю вас. Пока. 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 Свидания. Пока, Вик. Пока. Пока-пока. Созвонимся. Свидания. И вас наступающим. Маме привет, Вероничку поцелуй. Хорошо, хорошо. Давай, все, созвонимся. Да. Я уже пошла.